почти не видно из-за рояля. Маленькая дарование Ульяны Степановой из села Дивеево, постоянный лауреат международных и всероссийских конкурсов. Новые имена, уникальная возможность выступать на больших сценах с оркестром, собирать полные залы. Лучшие из лучших уже получают стипендии, губернаторские, фонды новых имен, спонсорские. А сами организаторы говорят, что отдали бы этим талантливейшим детям все стипендии мира. Вырастить вот из маленького росточка настоящий цветок. Как это трудно, сколько нужно вложить сил и педагогам, и родителям, и бабушкам, и дедушкам, всем на свете, и этому маленькому росточку, сколько нужно иметь сил духовных, чтобы подняться и стать вот этим чудом. Когда 22 года назад начинался этот фестиваль, в Нижний привозили музыкантов из Москвы, чтобы задать планку, показать местным, что такое виртуозное исполнение. Сейчас сложно сказать, кто кому задает планки. Впрочем, Нижний никогда не был провинцией. А сегодня, констатируют критики, наш город – музыкальная столица. Этот конкурс, значит, то, что я поднимаюсь на более высокий уровень в своей музыкальной карьере, это истинное удовольствие. Об этом можно мечтать. Просто непередаваемое ощущение. Захватывающая виртуозность исполнения и это обаяние начинающего пианиста Сергея Уткина, без сомнения, его имя мы еще услышим. Второй концерт Прокофьева – одно из самых трагичных произведений. Прокофьев ведь написано на смерть своего друга. Здесь сразу все и скорбь, и трагизм, и траур. Вроде в некоторых местах ирония, которая все равно перерастает в протест и уже в конце безграничную злость. И тема символизирует начало и конец, показывает нам, что ситуация безысходна. Каждый из них мечтает стать концертирующим музыкантом, выходить на сцену, дарить свою музыку зрителям и каждый раз испытывать волнение. Ксения Дорина, Владимир Гайдай, объективно, ННТВ.